Россия – это неухоженная, неосвоенная земля. При Путине сделать карьеру невозможно. При Путине осталось две профессии – нефтяник и охранник. То есть это страшная деградация социума, не говоря уже о том, что чудовищно деградируют институты. Институтов просто нет. А о местном самоуправлении, об обратной связи, о каких-то попытках до чего-то достучаться, о состоянии прессы и судов я просто не говорю. Ну, пресса вытоптана вся, закрыли последние свободные СМИ. Значит, чего он так боится? Какой критики? Если человек настолько боится, что вскроется его злоупотребление, масштаб этих злоупотреблений должен быть поистине чудовищен. Гораздо больше, чем при Брежневе или при Сталине. Я думаю, что этот панический страх приводит к такой отсроченной жизни. Мы живем в отсроченной жизни.